И сейчас покажу вам немного закулисья, то, что никогда раньше не показывала, но хочу с вами поделиться по поводу материалов, которые мы используем, по поводу посуды. Начнем мы с вилочек для наших десертных тарелочек. Это вилочки фирмы Empire, итальянского производителя. Они нам очень нравятся в работе. У них очень удобная ручка, как в плане держания, так и в плане декора. Есть возможность выставлять его по-разному и добавлять много разных элементов. Также к нам приехали бокальчики формы экстра. Они в прошлом году как-то не пользовались особой популярностью, но в этом году вам эта форма как бы стала интересной, и мы слушаем вас, слушаем ваши запросы и, конечно же, пополняем наши запасы. Много, кстати, разных форм в этом году надо будет дольше ожидать в связи с карантином и с условиями перевозки за границы. К нам также приехали подсвечнички. Я вам уже не про них рассказывала. Они универсальные, подходят как и для толстых свечек, так и для тоненьких. Тут у нас есть такой фиксатор, который держит тонкую свечку. И сюда помещается свечка диаметром 8 сантиметров. У нас есть в наличии два таких комплекта. И, конечно же, несомненные наши фавориты, это наши тарелочки Luminarc. Хочу, конечно же, отметить нашего поставщика за идеальную упаковку. Ни к чему придраться, все время все приезжает очень быстро, качественно и надежно. Мариночка, вам огромный привет!